детского объединения «Эстетическая гимнастика» стал одним из призеров регионального этапа всероссийских соревнований «Гимнастрада. Здоровые дети. Здоровая Россия». По словам педагогов, номер под названием «Встанем» готовился экспромтом. То есть до этого мы не репетировали, но у нас все получилось. В принципе, хорошо. Я довольна результатом. Конечно, немножко была задумка такая. Хотелось нам, конечно, немножко приглушить свет, чтобы было видно именно перестроение фигурки вот эти. Вот. И хотелось немножко дыма. Но, к сожалению, у нас вот с этим сложности, потому что стоят датчики противопожарные. В региональном этапе соревнований приняли участие более 300 детей и подростков из разных танцевальных и гимнастических коллективов области. На гала-концерте смогли выступить даже те, кто не прошел отбор на всероссийский финал. Мне кажется, что такая возможность – это всегда для нас пропаганда здорового образа жизни, вовлечение детей, их родителей в здоровый образ жизни. Ну вот учитывая, что благодаря губернатору нашего региона у нас появляются все новые и новые спортивные объекты, расширяется инфраструктура, появляются доступные для населения спортивные комплексы. Вот участие в таких мероприятиях и новые возможности решать задачи, которые ставит перед нами президент нашей страны. Коллективы выступали под патриотические музыкальные композиции. Затем состоялась церемония награждения. Победителям вручили медали, мягкие игрушки и сделали фотографии на память. Финал соревнований пройдет в Москве 18 июня. Светлана Тимофеева, Игорь Казановский. События.